О, друзья, здравствуйте, добрый вечер, здрасте, всем добрый вечер, Еррор-код, Люцифер, Holy Flower, Midnight Rue, Wings, Гиппогриф, All of SD, говорит, число смертей растет от выпуска к выпуску в геометрической прогрессии. Какое, что вообще, что ты несешь? Ну, поумирали в прошлый раз немножечко, и ничего страшного. Все под контролем. Ого, уже 9 в скобочках 10 смертей. Нет, было 8 в скобочках 9. И я решил сегодня от скобочек избавиться и поставил все-таки эту смерть, засчитал, которая от прыжка была. Ну, бас. Трололо мастер, даже не запомнил, какое количество было смертей. Нет слов. Как ты... На трансляцию к бобру надо приходить подготовленным. Че ты? Забыл, что ли, все? Не смотрел? Пропустил? Запись не смотрел? Забыл. Короче, косяк на косяке. Остановились на боссе, который нас унижает. Я дважды его доводил, ну, вместе с волками просто через кровоток довольно быстро доводил его до кондиции, до нужной. Но потом бах, и серия потерь была. Бои будут просто шикарные. Блин, как мы его за... А как достал ты, как достал? Волки, давайте, работаем, волки. Изи. Сумка с талисманами. Achievement unlock. Дезактивировал премиум. Осторожно, воин. Ой-ой, у меня две фласочки. А, вторжение. Я понял тебя. Блин, что-то я неудачно. Понял. Ага, нифига себе пробивает всю стаминку. Где мое там парирование после удара? Непонятно. Вот, убили спокойно, чё? Чё отдаваться? Волки. Можно было, да. Кстати, используйте зелье из скрюченного пальца, чтобы увидеть знаки призыва игроков. Но опять же, это мимо. Золотые знаки принадлежат союзникам, красным врагам. Стевая игра начнется. Так, зелье призывающего пальца. Талисман молота. А вот эта вот штука, которую наверняка мы сможем использовать, раз это талисманы, усиливает атаки, снижающие выносливость при блоке. Собственно, поэтому он меня и пробивал через щит. Ну, у него и оружие, видимо, такое двуручное, классное. Вроде все пособирали, но здесь опасненько. Это версия переката за ману. Да, но он более... Хотя, да, странно это, конечно. У тебя же все равно перекат есть. Он не такой быстрый, но... Да не, приблизительно одно и то же. Что, зачем так? Зачем так делать? Нет! Ой-ой-ой, кажется, босс! У меня маны нет на волков. Что, блин? Попробуем еще разок. Опа. Хорошо. Блин, как вы же... Да твою мать! Не могу. Да блин, он просто убивает. Да чты! Нет, я не пойду сюда.
Ну, сейчас я узнал, что в этой серии не три удара, а четыре, и все. Блок он пробивает вообще дико. О! Беги, дурак! Даже бэкстеп не сработал, там обычные удары по 60, по 70. Да ну нафиг, да ну нафиг, да ну нафиг, нафиг, да ну, да ну, да ну, да ну, да ну. Да я не готов, вы чё? Не, не готов. А бежать-то куда? Блин, я не знаю, куда бежать. Ну не в тупик, Миш. Прячься. Прячься, дурак. Ой, дурак. Ой, дурак, только не назад. Какая грязь. А, я был жив, что ли? Ой, я был жив. Ой, я был жив. Ай-яй-яй-яй-яй. А... Не понял. Да, он плотный. Уже в щите. Он так умеет. А ну-ка. Быстро, 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 он собирается. Еще, еще, еще. Последний, последний, последний. Изи. Бах. Неудачник. Давай, ты следующий, пес. Ай да я, ай да я. Этот полетел такой. Интересно, он пройдет здесь, нет? Ага. Понял, друг. Есть все проблемы, да? Такая участь у него хреновая. Он старается. Ну его в который раз мы шатаем просто. Просто по игровой механике. Ага. Прыжок, и я тебя добиваю, да? Нет. Пять восемьсот? А почему в первый раз мне за него дали 3,5 косаря? Что за несправедливость, я не пойму. Так, приходил я оттуда, вот сюда не ходил. 5800 просто. С куста. Да почему? Да я... Я ман... Одного не добил. Ни... Да как так-то? Нос не почесать. Первый, кого взял бы, это вот... Где он здесь? Вон он. Вызываю псов. Блин, он все равно плотный. И у него щит какой-то особый. Блин, какой он злой. Ах ты. Ну он очень плотный. Мы его душили. Бою налево. Беги, Мишган. Погиб как трус. У него там совсем мало осталось. Но я уж думал дострелять его. Не, убьем. Убьем. Блин, убьем. Волки, соберитесь. Это наш шанс. Ребята, вы псы. Мы стая. Погнали. Фух.
Это SL1. Какой SL1? Золотая алебарда. А здесь это сокола другого тира уже. Ай. Да ты серьезно? Твою мать. Это реально другие уже. С двух ударов опять в... ушатывают. Ребят, что делать? Жизни нет, хила нет. Я вижу ворота. Смогу ли я до него, до этих ворот дойти? Я не знаю. Ну, то есть, не наполучав. Блин, твою мать! Откуда? Там еще один стоял! Как мне теперь за этими душами? Мне нужно полторы сотни стрел. Что делать? Что делать? Заканчиваем на сегодня. Все, хватит. 3,5 часика поиграли, хватит. Да я сижу тоже потный, уставший. Друзья, неплохо сегодня поисследовали карту. Каких-то боссов поубивали. Счетчик смертей увеличили на десятку. Вот, завтра вечерком продолжим. Завтра трансляция начнется только не в 6, а в 9 часов. Но посидим все равно те же самые там 3 часа, приблизительно так. Большое спасибо вам, что смотрели. Спасибо, что смотрите на ГГ. Увидимся с вами завтра вечером. Завтра вечером приходите обязательно. Пока-пока-пока. Хорошего вечера, спокойной ночи. А, и на всякий случай, если вы стример... Обратите внимание, на GoodGame появилась новость с информацией о том, как у нас хорошо. Читайте, смотрите, выбирайте.